Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Galaxy Watch, канал только о смарт-часах компании Samsung. В этом видео, дорогие друзья, мы с вами будем учиться вместе, как нам сделать, чтобы интерфейс наших часов Galaxy Watch 4 стал работать быстрее. Для этого нам с вами нужно открыть свайпом сверху вниз шторку. Еще разочек, опа-на! И нажимаем на шестеренку, входя в меню настроек данных часов. Спускаемся в самый низ во вкладку «О Galaxy Watch» и нажимаем ее. Здесь спускаемся чуть ниже во вкладку «ПО» и входим в эту вкладочку. Далее нам с вами нужна версия «ПО». Тапая несколько раз, нажимая несколько раз по этой версии «ПО», пока не откроется вторая строка в этой версии, либо не появится, вот как здесь, включен режим разработчика. Возвращаемся обратно в основное меню настроек. Поднимаемся чуть выше и видим параметры разработчика. Заходим в эти параметры и спускаемся ниже до вкладок анимации. А вот анимация окон, анимация переходов и длительность анимации. Входим в анимацию окон и либо выключаем совсем ее, либо включаем наименьший порог, который доступен, это 0.5 во всех этих вкладках. Тем самым мы с вами делаем возможность убыстрить интерфейс наших часиков. Если отключить вообще, то перестанет быть анимация, но зато еще быстрее будет наши часики работать в плане переходов между рабочими столами, входа в меню приложений и так далее тому подобное. Это 100%. Вам же, дорогие друзья, я напоминаю, что вы были на канале Galaxy Watch, канал только о смарт-часах компании Samsung. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии и, естественно, только в том случае, если мои видео были для вас полезны. До свидания, всего доброго и до новых встреч!